Всем привет, дорогие друзья, с вами Дед Маус, и сегодня я продолжаю проходить карты от подписчиков. Что ж, ребят, первое, что мне бросилось на этой карте, вот эта вот надпись Дед Маус, которая называется, очень даже клёво у нас она выглядит, мне она очень нравится, она такая золото-алмазная какая-то. Ну что ж, ребят, давайте начнем. Так, информация. Привет, Дед Маус, привет, это моя первая карта, огромное тебе спасибо. На карте будет 4 испытания, каждое испытание проходимо, удачной игры. Окейшки, и да, мой ник 300-0922. Окейшки. Так, идем дальше. Вот правило. Первое. Не использовать геймод 1. Хорошо. Второе. Не ломать, не ставить блоки. Окей, третье. Играть честно. Не знаю, как получится. Четвертое. Играть на легком. Хорошо. Ну-ка, сложность какая у нас? Легкая. Отличненько. Так, все нормально. Подарочек. В одном из шкафчиков есть подарок для тебя. Окей. Ну-ка. Подарок. Ты где? О! Сундук. Вау, нифига себе, у нас здесь вещи, клёво. Окейшки, подберем, конечно же, их все и оденем на себя. Так, все, закрывайся дверь, думаю, она мне больше не понадобится. Настройки, звуки, музыка, эффекты, нормально, все, ништяк. Так, time set day и начало. Окейшки, твой game rule keep inventory, любимый. О, отличненько, game rule keep inventory, это очень хорошо. Так, spawn point, отличненько. Ах да, Дед Маус, чтобы spawn point работал правильно, тебе надо открыть для сети и вспомнить, что включить. Слушай, я думаю, это делать не буду, потому что я знаю, spawn point работает и так, да. Вот прям 100% знаю. Хотя ладно, давайте на всякий случай включим, мало ли что. Вот и включаем опять. Затем информация. Так, итак, Дед Маус, это первое испытание. В этом испытании тебе придется провести свинью через лаву. Удочку возьми в сундуке. Так, вот она у нас, удочка, как я понимаю. И где свинья? Эй, так, что у нас здесь? Заспавни свинью. Хорошо. О, она вот она, я ее сейчас даже вначале не заметил. А, так это ж вот так легко получается, ее нужно будет проводить и все. Ну, пойдем. А, да. Ну, ты не хочешь идти? Почему ты не хочешь идти? Блин, я далеко убежала, она тупанула. Давай быстрее. Ну, все, ты идешь. Свинья, плиз, пожалуйста. Отлично, все, она пошла, она это сделала. Уходим. Идем, 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 идем. Давай, 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 давай. Так, проходим, 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 давай. И. О! Нифига себе, вот этот поворотик. Где я оказался? Окейшки. Настрой графики давайте немножко поменяю, потому что у меня слегка лагает. Повторяю, слегка. Отлично, 30 FPS стабильно, это хорошо. Информация. Ну так, ну, как ты понимаешь, это паркур. Просто прыгай, все, проходим. Окейшки, spawn point. Все, начнем прыгать. Так, идем сюда и начинаем. Впрочем, сюда прыгаем. Затем на эту лесенку. Не сделал ничего я. Окейшки, пробуем еще раз. Так, идем сюда такие. Опа-на, отличненько. И на лестницу давай. Никак. Хорошо. Прыгаем еще раз. Сюда. И затем сюда. Отлично, я это сделал. Думаю, стоит немножко перекусить. Перекусик это всегда хорошо. Отличненько. Идем дальше. Супер. Все, прыгаем на этот забор. Я этого не сделал. Окей. Ну, я почти это сделал. Ну, хорошо, пробуем с вами еще раз это сделать. Так. Отличненько, теперь на лестницу сюда, шифтуем, не забрались, плохо. Пробуем еще раз с вами это сделать. Так, и сюда, отлично, я это сделал. Затем с лестницы нам нужно запрыгнуть вот на эту решеточку. Так, давай, отличненько, сделал это, затем на эту. Давай, ох ты, нифига себе, как я допрыгнул, шикарненько. Круто, хорошо, прыгаем сюда, отлично, спаунпоинт, круто. Так, бежим. О, тут будет тяжело. Ну-ка, если нам нужно прыгать, давай. Ай, упал. Кажется, здесь нужно зажимать shift. Я знаю карты, в которых нужно, в которых на паркуре не то, что нужно, а обязательно надо зажимать shift. Да, иначе ты просто с лестницы упадешь. Скатишься вот так вот, и все. Ладно, пробуем еще раз с вами. Прыгаем сюда. Не получилось. Окейшки, пробуем еще раз. Всегда пробуем. Так, сюда, затем сюда. У меня же spawn point, я поставил его, ну-ка. Да, вроде. Нет, кажется, не поставил. Ладно, сейчас попробуем заново с вами пропаркуриться сюда. Давай. Нет, все же я пропишу kill. Ой, господи, что я делаю? Так, kill. Отлично, возрождаемся. И... Где мы появились? Где мы появились? Нет, что такое? Что это сейчас было? Я не знаю, но я, слава богу, забрался. Очень хорошо. Свинка, айда ко мне. Айда, 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 айда. Пробуем это сделать еще раз. С вами не знаю, что это сейчас было, но вроде как-то я спаунпоинт там ставил. Так что мы с вами пробуем еще. Ладно, пойдем, пойдем. Пошли, 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 пошли на кнопочку. Давай, 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 давай. Так, все, мы на паркуре. Спаунпоинт ставим здесь. Отличненько, теперь запрыгиваем вновь до сюда. И, конечно же, ставим там кнопочку спаунпоинт. Так, нажимаем, точнее, на нее. Да, все правильно, теперь сказал. Прыгаем сюда. Не допрыгнули сюда. Окей, пробуем еще раз. Так, сюда, сюда, теперь. Так, на shift. И вот, супер, все, я это сделал.
Первый этап, так сказать, пройден. Паркурчик небольшой. Сюда не могу, ребят, допрыгнуть. Ну, господи, что ж такое? Ладно, пробуем еще раз. Извиняюсь за иканье, или как это еще можно назвать. Да, потом просто у меня что-то с горлом сегодня. Так, сюда. Блин, господи, я не знаю, что это сейчас происходит. Ну, окей. Так, ой, куда я прыгаю-то? Отличненько. Давай сюда. И на вот этот вот люк. Или что это? Я не знаю, что это у нас. Отлично, я это сделал. Сюда. И сейчас главное допрыгнуть. Не допрыгнули, да ладно вам. Офигеть, не допрыгнул. Так, на лестницу, отлично, сделали. Затем всю никуда. Да, ясно, все понятно. Пробуем еще раз это сделать. Так, сюда, суперски, и сюда. Отлично, я это сделал. Так, прыгаем еще сюда, вот, отлично. Я, кажется, это делаю, вот сейчас бы перепрыгнуть. Суперски, все, спавн поинт. Так, все, думаю, даже тут спавн поинт поставлю. Все, суперски, можно прыгать дальше. Shift. Фух, удержался на арбузике. Вот это да. Вот это классно. Так, давай. Так, тут ничего нету, да? Или есть? Нету? В смысле? Это... Да ладно вам. Ну не, ну это вообще не пойдет дело. Ребят, я тут долго, мне кажется, прыгать буду. Так что давайте я пропишу спаун-поинт, что ли. Ну, иначе никак, да. Нет, я буду оказываться там. Так что не буду я это делать, да. Все. Идем такие. Шифтуем сначала. Такие, оп. Я сделал это, да ладно вам, ребят. Офигеть, вот это опупененько. Вот это опупененько. Вот это да. Нифига себе, какой я мастер, оказывается. Круто, мне это очень нравится. Едим немножечко хлебушка. Или как это еще назвать можно. Фух, отлично, запрыгнули. Прыгаем вот на эту штучку. И упали, о ноу. Так, прописан килл. Сейчас я уже уверен, что спаунпоинт у нас в нормальном месте. Суперски. Прыгаем еще раз на этот арбузик. И надеюсь, сейчас у меня то же самое получится сделать. Офигеть, я думал, это вообще нереально. А это оказалось реально шикарненько. Так, прыгаем. Никак. Окейшки. Килл. Ребят, я думаю, мне стоит поставить спаунпоинт на арбузе, иначе это будет очень далеко. Тем более, паркур там не такой уж и легкий. Так что давайте это сделаем. Извини, пожалуйста, но реально это просто будет очень тяжело. Гейммод 1 прописываю. Подлетаю на этот арбузик и ставлю спаунпоинт. Единственное, на этой карте, скорее всего, минус. Правда, я еще не проходил там, не знаю. Мне кажется, тут нужно поставить спаунпоинт. Иначе никак. Вот если бы ты здесь сделал кнопочку спаунпоинт, было бы просто шикарно. Вот просто от души говорю, вот реально. Было бы просто идеально, тут был спаунпоинт. О, ну. Нет, что я сделал. Давайте быстренько сейчас блок этот найдем, чтобы застроить. Да, я немножко тут порушил. Немножко нашалил, так сказать. Это вообще снег, что я говорю, что я делаю. Где кварцевая руда? Кварцевый блок. Вот он. Отличненько. Я его нашел. Ставим сюда его. Теперь это все можно убирать. И гейммод 0. Так, суперски. Все, ништяк, ребят. Спаунпоинт стоит у меня здесь. И думаю, так будет лучше и для вас, и для меня. Так как я не буду долго мучиться. И вы не будете долго утомительно смотреть, как я это все пытаюсь пройти. Да, ребят. Так, идем такие сюда. Такие, оп. И почти допрыгнул. Хорошо, ребят. О, ну, в принципе, да, гейммод 0 у нас так стоит. Килл, возрождаемся. Пробуем еще раз это сделать. Прыгаем сюда. Суперски. Затем сюда. Опа, она есть. Теперь сюда, такие, и никуда не прыгаем, окей, килл, возрождаемся вновь с вами, и прыгаем еще раз, так, суперски, сюда, давай, есть, я это сделал, идем сюда, такие, нет, хотел с распрыжки, опять не получилось, возрождаемся, и прыгаем еще раз, конечно же, так, опа-на, отличненько, оп, суперски, и, так, почти, практически допрыгнул. Ребят, пробуем. Я должен это сделать. Я должен это в любом случае сделать. Так, ребят, думаю, с вашим паркуром. У меня скоро навык паркура будет просто идеальный. Есть, сделал спаунпоинт, шикарно. Так, наверное, я громко заорал. Есть, но все же, спаунпоинт у нас теперь стоит тут. И меня это, если честно, очень даже радует. Немножечко я уже прошел. Сколько там осталось? Вообще немножко осталось. Отличненько, давай сюда. Суперски, затем сюда. И сюда, здесь уже вообще ничего такого нет. Отличненько, молодец, огромное тебе спасибо. Я сам в шоке прошел, ништяк. Так, возьми. Угу, лук и стрела на бесконечность. Лук, кстати, у нас, хорошо. Идем дальше. Time set day, spawn point и информация. Итак, это уже третье испытание. Тир, ну да, я все понял. Тут все просто, сломай все вагонетки. Вон оно что, да? Вагонетки же все нам сломать надо. Ну окейушки, ломаем все вагонетки до единой. Первая вагонетка у нас слетела. Не сюда. А, нужно вагонетку сломать и найти. А, все что ли? А, нифига себе. Круто. Time set day, день, spawn point. А, это что у нас вопрос? Подождите, стоп.
И дальше что у нас здесь? Инфо. Давайте инфо прочитаем. Просто отвечай на вопросы. Окейшки, вопросы мне еще в картах не попадались. Ну, сейчас попытаемся на них ответить. Вопрос. Какой мой ник? Твой ник, конечно же, 300922, конечно же, вот по-любому я помню, конечно же, отличненько, идем дальше. Вопрос, с какого по какой год шла Вторая мировая война, в честь 9 мая, вопрос. Конечно же, с 1941 по 1945, отличненько, дальше вопрос, как зовут PewDiePie, это ютубер, у него 25 миллионов подписчиков, тебе столько желаю, огромное спасибо. PewDiePie, я его знаю, ну как его зовут? Я не знаю. Дэниел. Я думаю, Дэниел. Я угадал? Нет, я не угадал. Окей, возрождаемся вновь. Стоп. О, ну, ладно, заново на вопрос отвечаем. Вопрос, какой твой ник? Конечно же, 300922. Тут война. Ой, господи. Отличненько. Ну, давайте тогда... Вот тогда он, Феликс, у нас будет. Да? О, да, я это сделал. Следующее у нас. Так, на чей похож твой голос? Ну, или мне так... одному кажется. Многим казалось, что у меня голос похож на мистера Ложку, ребят. Ну, в принципе, да. Это кто у нас? Дэн Гемон, я его даже не знаю. Фипра знаю, тоже чувачок один. И, да, мне говорили то, что голос похож на мистера Ложку, так что мы жмем сюда. Отличненько, ух ты, сердечко, клево. Так, идем дальше. Взорви тут все к чертям. Окейшки, ребят. Офигеть, сколько тут динамитика. Динамики. Офигенно. Так, что, как-то я это невнятно сказал, динамитики, но окей. Так, конец. Окейшки. Нет, давайте посмотрим, что... Нет, для начала оценим карту, конечно же. Так, хрень. Что дальше у нас? Плохо, нормально, хорошо. Отлично, я поставлю отлично. Вот реально мне понравилась, очень хорошая карта. И не, реально, она реально очень хорошая, много декораций, мне очень нравится. Так, идем дальше, что у нас? Конец. Так, я так и знал, что тебе понравилось. Что? Что ты поставишь 5, ну конечно же. Ну вот и подошла к концу моя карта. Сразу говорю, строил часа 3 по... Что? А, по фасту, но я надеюсь, тебе было приятно и весело. Конечно же, круто было. Знаю, что карта маленькая, но я устал строить, а теперь еще оцени ее. Ну, я уже оценил. Отличненько, я просто думаю, если нажму тогда наконец, то у меня куда-нибудь ТП-шнет непонятно куда. Слушай, вот реально за декорацию очень хорошо, хоть она и маленькая, но реально клевенько, все хорошо, ништяк. Идем дальше, вот давайте наведем геймод 1, полетаем тут немножечко. Мне интересно, что тут у нас за надписи, как они сделаны. У нас тут сердечечко такое прикольненькое, няшное, круто. Так, такое. Опа, вот на сердечке тут полетали. Ну-ка, что у нас есть еще? Так, это у нас самый конец. И начало, как я понимаю, где-то вон там у нас. Вау, сколько тут всего сделано у нас. Клево. Классно, ребят, очень круто, мне нравится. Это у нас вагонетки здесь. Ух ты. А, это паркур, я не увидел. Просто сначала не понял, что это. Затем у нас тут, блин, ребят, просто реально прикольно полетать. Вот у нас начало, и где-то Дед Маус написано было. Где-то вот здесь, да? Да, ребят, надпись очень клевая, мне она очень нравится. Ну, впрочем, спасибо тебе огромное за карту, мне очень понравилось. Если вам понравилась тоже карта, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы в первый раз на канале. Ну что ж, дорогие друзья, я вам желаю удачи, всем пока!